Добрый день, дорогие друзья! Сегодня подводим итог цветения моих орхидей в июне месяце. Как всегда, они у меня все стоят вместе. Вот такой шикарной поляночкой. Две орхидейки только не уместили. Вот эти две королевишны. Шикарные королевские орхидейки. Они стоят в этой локации. Цветение, конечно, уже летнее, а это заметно. Меньше цветочков в полном распуске, но это не мешает нам насладиться всей красотой этих орхидей. Сегодня для полива моих красоток я приготовила вкусный коктейль. Сегодня они у меня будут угощаться коктейлем из аминосила в расчете 2,5 грамма на литр воды и триходермы 3 грамма на литр воды. Вот я подготовила литр водички. На литр водички мы берем 2,5 миллилитра аминосила. У меня пипетка на 2 миллилитра. То есть у нас вот неполные пипетки. Вот как раз 2,5 миллилитра. И к этому раствору добавляем 3 грамма триходермы. Триходерма у меня вот такая, верида. Это прекрасный фунгицид, который борется вот с таким перечнем всяких заболеваний. Подселим триходерму в наши горшочки, чтобы орхидейки росли здоровые. На 2,5 миллилитра, но я взяла вот с такой горочкой, как раз будет 3 грамма. Растворяем все это в литре водички хорошенько, и этим растворчиком будем проливать орхидеи. Вот у нас с вами красный сезамчик. Сбросил здесь один листик, а пока остальные веточки держат, сейчас мы его прольем. Разворачиваем розеточку и из кувшинчика. Поливаю я свои орхидеи замачиванием на 2/3 горшочка. Вот он у меня посажен в двойной горшочек. Я лью раствор аминосила с триходермой на 2/3 горшочка. Вот так. Как раз кувшинчик получился. Вот заполнила на 2/3. В этом растворчике у меня орхидея постоит минут 30, а потом я раствор солью и поставлю орхидейку на ее место. Так поступлю со всеми остальными орхидейками. А пока они будут пить, я вам покажу новые распуски в июне месяце. Итак, что же у нас новенького распустилось в июне месяце? Вот эта красавица. Сакрифайс. Вы посмотрите на размер ее цветочка. С мою ладошку. Крупный, красивый цветок. Я особенно в восхищении вот от этих вот рисочек. Как мне нравятся орхидеи, когда вот у них по краю лепесточков вот такие сплэшки красивые. Прелесть. Вот у нас еще один бутончик, и вся орхидейка будет в полном распуске. Вот маленький цветочек, он расцвел буквально сегодня утром, еще не дорос до своего размерчика. Эта орхидея имеет способность распускать бутончики, а потом их наращивать вот до таких размеров. Красотка, правда? Вот такая у нее губка. Вот такая красотка. Следующий распуск у нас вот орхидея Эсми. Она еще в процессе распуска. До конца свои бутончики еще не распустила. Цветет на двух цветоносиках. Будет довольно-таки пышное цветение. Вот такая карапуська. Это ароматная орхидея. Вот.
краешек цветочка у нее желтой окантовочкой. И губа такая тоже желтизной. Вот такая красоточка. Следующий распуск у нас вот орхидейка Зора, или как я ее называю, орхидея в клеточку. Посмотрите, какие у нее цветочки. Разрисованы все в клеточку. Еще у этой орхидеи есть название Индиан Сама. Расцвела она у меня на два цветоносика. Вот этот цветоносик отвернулся от нас, но там еще бутошки, пока смотреть нечего. А здесь вот он распустился полностью. Вот такой. Два цветоносика. В полном распуске у нас Сога Вивьен. Я уже говорила, что эта орхидея прям приводит меня в умиление. Не знаю почему, но очень люблю эти маленькие крохотульки. Они такие милые-милые. Две гроздочки сирени. Правда красивая? Вот такая. Вроде цветочек такой простенький, но такая богатая, дородная губа у нее досталась. Вот такая орхидея. В полном распуске у нас черные полоски. Вот такая красота. Вы посмотрите, какой каскад. И все сама, умничка. Интеллигентная орхидейка. Цветочки крупные, яркие, четкие. Все параллельно и перпендикулярно, как я люблю. В полном распуске у нас вот этот беглипчик, леонтин. Сейчас я фокус попробую навести. Вот такой красавчик, фарфоровый. Фокус не хочет его брать. Вот, вроде попал. Посмотрите, чуть-чуть маленькие крапушки есть вот здесь, а так весь белый. Вот такая веточка. Красота, правда? А посмотрите, как здорово смотрится на фоне леонтина Эсми. Четкий-четкий цветочек, яркий, ароматный. В полном распуске у нас леодорка. Вот такая. На два цветоносика цветет. Сложила мне вот такой каскадик. Тоже умеет складывать каскадики. Понятно? Вот такая вот. Правда, каскадик не такой четкий, как у черных полосок. Немножко рыхлый, но каскадик. Вот такая красота. И второй цветоносик. Здесь у нас продолжает цвести Хани и Сара Блаш. Очень долго держит свои цветочки. А вон там Моушен. Этот уже вообще полгода, наверное, цветет, если не больше. Продолжает свое цветение золотая орхидея Лас-Вегас. Вот такие. Цветочки ничуть не померкли, не выгорели. Все такие же яркие, плотные, красивые. А белая серединка у нее, как будто лампочка зажглась. Красота. Вот такие у меня цветочки в июне месяце. Вот. Еще остались цветущие орхидеи у меня на полочке. Ну, я их буду поливать отдельно. Поэтому в эту локацию они у меня не попали. Вот такое у меня цветение. Спасибо, друзья, что были со мной, что
что полюбовались моими орхидеями. Берегите себя. До новых встреч. Ваша Лёка.